Кайрат Нурмагомбетов занимается с барнаульцами не впервые. Не так давно он готовил Сарвара Хамидова к поединку в Абу-Даби, после которого спортсмен подписал контракт с лигой Беллатор, второй в мире по значимости. Наставник признается, перспективы у алтайских бойцов очень серьезные. Не из самых потенциальных ребят. Я думаю, что если мы будем продолжать также обмениваться опытом и работать в том же направлении через несколько лет, я думаю, с Алтайского края выйдет не один чемпион мира. К своему первому бою в ММА под руководством наставника готовится Руслан Габараев. В смешанное единоборство он пришел из армейского рукопашного боя около года назад. В мае уже дебютирует в лиге Open FC. Бой состоится 15 мая. Сейчас прошел уже двухнедельный сбор. Еще осталось 3 недели. 2 недели будем на максимальных, оборотах работать. И неделю у нас на спад, там весогонка будет. Уже полегче будет, да. Подобные сборы в Team Стрела Барнаул проходят в течение всего года. Но апогеем и главным событием для файтеров не только из Алтайского края, но и со всей страны станут летние сборы в Республике Алтай. В прошлом году среди участников были 40 чемпионов мира и Европы. У нас с 26 июня начинается учебно-тренировочный сбор в горах Алтая. Уже 4-й год подряд. И ребята как раз приезжают со всей России к нам. И уже это, становится традицией. Ребята приезжают со своими командами, профессионалы и так далее. К слову, участниками сборов могут стать даже новички. Для них создают специальную тренировочную группу. Ведь никогда не поздно начать свою карьеру, чтобы стать еще одним алтайским профессионалом в смешанных единоборствах. Артем Тарасов, Сергей Балуев. Новости.